Это съедобно? Слушайте, я позеленел. У вас повылазило. Ну что мы сегодня будем делать? Дальше идем куда-то? К мумитролям я предлагаю сегодня. Давайте. Давайте сегодня мы же хотели... займемся сезоном. Да. Да. С начала стрима. А то мы до него так не доберемся. Вот такими темпами точно не доберемся. Да, вот, да. Правда, Делики, ну ладно, потом, наверное. А куда мумитролям? Это через... Это хранилище. Библиотеку, да? Знаний, да. Подожди, не уходи. Стоять. Надо скучковаться, чтобы нас не выбило. Давайте. Ну, вообще, оно обычно старается переносить, конечно. Мне тебе на шею или как? А, ну, можно так. Давай. Стоп. Как там? Вот бы горячую кнопочку вот под это дело. Запрыгивай. Хоба. Так. Можно через книжку? Через кни... А, кстати, да, книжка перемещает к сезону уже. Угу. Тут, видишь... Ну, а, я нам вижу, вместе надо общаться светится. С ней. Слезай тогда. Да. Ёлки. Все сложно. Ладно, давайте перемещаться тогда. Ты там уже, да? Куда пошла? Ну, я нажал только что, да. Сейчас раскидает, правда, наверное. Ну-ка, откроем книжечку. Подожди. А ты где? Я камень увидела. Где? Вот. Ага. Хранилище знаний, конечно, такая большая территория в разные места. Хорошо. А вот это? Это куда-то перемещаться, да? Мумидол в виде бабочки какой-то. Что там? Переместиться в мумидол в виде бабочки. А, мумидол. А вон там, я вижу, он светится дух вдалеке. Видишь? Да, крылья. Давай, наверное, книжечку откроем. Начнем. Нас наверняка же куда-то пошлют или что-то там скажут делать. Давай. Ну, тут задание какое-то есть. Готово? Да. Давай. Это нас куда-то переместят? Судя по порталу. А то, может быть, есть смысл тогда здесь побродить сначала. Ну, с другой стороны, переместят, потом побродим, не страшно. Я хотела вон там глянуть. Там торговцы. Я понимаю, какие. Да, я тоже думал там глянуть. Ну что, сходим туда сначала? Всё-таки. Да тут NPC просто стоят. Ну давай. Посмотрите, что у них продается. Угу, точно, это сезонные NPC, которые продают всякое интересное, или у которых можно взять. Почему-то не дают мне. Угу. А чего вы мне это не сезонные. Даете на халяву? Свечки. Веночек тут какой-то. Да почему у меня на назоре нажимает? Ага, как у нее, видимо. Палатка. Ага, это полностью сезонный NPC. Прическа. Крылышки. Угу. Вот плащик зелененький классный. Мне нравится. Ну, правда, он в заплатках. Ну, но это прикол такой у него. Да. Понятно. В целом. Понятно. Тут из сумки можно бесплатно всякие. А у меня почему-то не хотело набираться. О, работает. Ожерелье. Аксессуар для волос. Штаны и шляпка. А почему у крыльев нет посмотреть? Жалко.
привет. Я уж подумал, что это игра про девочку и огонек. Прохождение у вас смотрел. Это она, кстати, очень похожа, да. Если я правильно понимаю, про какую речь. Так. Название сейчас что-то правда, здесь не ботинки. Могу вспомнить. Магия какая-то. Это. Вот это что, я не пойму? А, это на шею украшение. Колокольчик. И бант на голове. Кого на голове? Бант. А, бантик. На шею колокольчик, а на голову бант. Прическа. Сейчас я себе наколдую. Наколдуй-ка. Бант на шею. Ушки. А вот это что? А, это на сезонный пропуск, понятно. Тоже. А, мне ушки не идут, понятно, к этой прическе. Совсем. Крылья. Это крылья, кстати, вот. Вот эти вот. Это крылья? Да, продаются вот у этого. Это вместо плащика получается? То есть вот этот шарфик у нее продается на шее, который... И... Да. Ага. Ну, хорошо. Все, пойдемте. Да. Ой, там внизу, смотри. Интересно, а туда нельзя приземлиться? Как будто отражение... А, тут ходить можно. Понятно. Ага. А я перелетала, такая страшная. А я смотрю зеркальное отражение, думаю, как. Прикольно, прикольно. А там черно-белые острова. Угу. Я так понимаю, они будут подсвечиваться, наверное, в дальнейшем. А так? А, не пускают, понятно. А, ну вот, понятно. Ну, надо было проверить. Child of Light, вот, точно, Дэвил. Ты пошли? Садишься, да? Сейчас, погоди. Окей. Дитя невидимка, глава 1. Ой, мы бабочки. Ну там же написано было в виде бабочки. Забавно, вы белые бабочки, а у меня желтые. А у тебя, наверное, ты желтая бабочка, чтобы отличать себя, да? Да. А если схватиться друг за дружку? А, уже никак. Понятненько. Мы сейчас просто будем идти, видимо. Угу. По следам. Одним дождливым вечером некто вел дитя-невидимку по долине мумитролей. Так, кого я за ручки-то взяла? Почему меня никто не ведет? Да. Меня кто-то ведет. Луми. А я не могу уже схватиться. Тебя кто-то взял за ручки, наверное. Нет? Или ты сам летишь? Я сам. Ну, я могу отцепиться. Так ты за меня взялась, нет? А, за тебя, да. Тут непонятно, все мелькают. Фигурка называлась Ту-Тики. А у меня нет надписи никакой. Забавно. Обратил внимание, кстати, мы отцеплюсь. С тобой делали предыдущий, и точно так же вот ломалась периодически почему-то. Странно. Угу. У меня надписи нет. Ну ладно. О, фигурка называлась Ту-Тики, да. Черно-белое все. Тики, я веду тебя в твой новый дом. Я не буду зачитывать, тогда Саша читает. Ну ты просто до этого не читала. Потому что у меня не загорелось. Надпись не загорелась. Читай тогда. Я не против, я наоборот даже за. Ну ты чуть впереди идешь просто, поэтому. Да нет. У тебя раньше загорается.
Тутики, пойдем скорее. Пойдем. А мы даже летать в такой форме можем. Да, я уже летала. Правда, парить не можем. Так, просто подпрыгивать и тратить. Угу. Возможно, друзья помогут малышке перестать быть невидимкой. Возможно, помогут. Мы не можем тут просто так за ручки взяться. То есть вот оно глючит немножко здесь, вот на этом моменте. Ну как бы все. Потом не работает. О нет, сейчас работает. Таш куда-то вперед совсем убежала, да? Ну, наверное, нет, не сильно далеко. Не пойму, нас раскидало, что ли? Тутики, почти добрались! Ладно. О, цветной становится. Пойдем скорее. Мумитроль, кого ты привела? Тутики. Малютку зовут Нини. Она была напугана тетенькой, которая взяла малютку на свое попечение, хотя и не любила ее. Вот малышка и стала невидимкой. Я встретила эту тетю, она ужасная. Холодная, как лед, и ироничная. Мумитроль. Тьфу, как противно. Тутики. Если тебя часто пугают, то легко захотеть стать невидимкой. Мумипапа. Дайте малютке стул. Тутики. Вот твоя новая семья. Ага. Я сразу вспоминаю, как в Карлсоне. Фу, как некультурно. Хорошо, нас поставили обратно. А почему еще раз горит? Сдаться, получается? По поводу пирога. Лена там писала, что... К капусте у нее не очень отношения складываются с капустой, в общем. Заливной пирог можно делать вообще хоть с чем. Хоть в картошку с мясом, хоть еще что-то, в общем. Дело такое универсальное и быстрое. Нажимаем, да? Сдаем, да? Ага. Подожди, ты сдала уже? Ну, только что. Все? Да. Нажму дальше? Подожди, Вот это, да, слева берем? Да. Это как раз вот эмоция. Это книжечку эмоцию, наверное, забрать, да. Не, ну на это я сердечки потратил. Классно, что они доступно сделали эту эмоцию. Теперь понятно, почему все с ней бегают. А, и все получается. У нас, наверное, теперь следующий откроется только через 2 дня. А у вас, ребят, тоже через 2 дня? Или вы раньше начали, у вас уже открыто следующее? То есть фиксирована дата или нет? Или от прогресса? От твоего? Сейчас нам напишут. Непонятненько.
Фиксировано. Понятно. Mm-hmm. То есть у вас. Ну хорошо, мы догнали сразу всех. Ну, как бы да, но вообще как-то кратенько. Что-то еще интересно можно поделать. По сюжету. Ну, пойдем сделать. Сейчас вдалеке сделаем. Не, сейчас посмотрим, что у нас там открылось еще. А, пойдем. Так, сейчас, для начала. Книжечка. Арчука раз. Там заливается за дверью. Ага. А книжечка 2. Слушай, типа умный. А, нет, смысла там какой? Какие-то светяшки. Мне первый уровень в данном случае больше нравится. Да ладно, там магия. Ты как Мэрилин. Изменить. На единичку поставлю. Все, теперь я могу в каждой непонятной ситуации садиться читать. Пойдем на островок рядышком, который открылся. Ой, котик. А, это не котик. Да, это котик. Смотри, вот здесь вот есть переход. Это вот туда, куда это мы ходили? Это обратно, я так понимаю. Это домой. А, домой? Птичья деревня, да. А, понятно. А вот сюда вот? Мумидол какой-то, да, у нас вот тут есть. Ну, пойдем, посмотрим. Это опять... А, это, наверное, куда мы ходили только что. Только что? А, просто на эту территорию. А что это? В виде бабочки. Какие-то истории можно посмотреть, видимо. Давайте посмотрим. Может быть, это повторы, которые мы смотрели? Так, погоди, ты историю. Убедена, да? Угу. Я думаю, это историю, которую мы только что смотрели. Не факт. Ты хоть говори мне, когда жмешь. Жму. Дитя-невидимка, видишь? А, повторить получается просто. Да, да. А пропустить можно? Не знаешь, посмотри. А зачем там еще книжки? Подожди, что-то другое. Другое. Снив. Эх. Ну, Смомрик, ты выглядишь расстроенным. Снив. Я отдал свою любимую игрушку. Думал, что мне будет приятно сделать что-то хорошее. Ну, Смомрик. А, теперь жалеешь? Снив. Ага. Сновник. Ты лишился игрушки, но... Но, возможно, получил взамен нечто большее. Теперь еще попробуй запомнить. Подожди меня только, пожалуйста. Я жду. Готов. Жму. Шляпа волшебника. Мумитроль. Точно так же сидели мы весной. Помнишь? Помнишь, как мы проснулись после зимней спячки? И это был наш первый день. Все остальные еще спали. Ты спрашивал о планах. А у тебя самого они есть? Снус Момрик. Да, у меня есть план. Но он касается только меня одного. Ты ведь сам знаешь. Мумитроль, ты собираешься уйти. Когда ты ходишь? Уходишь, наверное. Но, Смомрик, сию минуту! Мумитроль, надолго уходишь? Но, Смомрик, нет, в первый же весенний день я снова буду здесь и свистну под твоим окном. Время пролетит так быстро.
Угу. А я говорил же, ой, говорил же, мы, короче, мы послушали первую книгу, и я говорил, по-моему, даже, что не то, чтобы не сильно зашло, а вот вторая книжка уже из серии. Но там даже автор говорит, что первая книга — это такое проба пера, скорее, или что-то такое. А вторая уже поинтереснее пошла, но я ее не дочитал до сих пор. Готов? Готов. Жму. Дитя-невидимка. Снус Мумрик. Этот вечер создан для песни. Для новой песни. В которой немного ожидания. Чуть побольше весенней грусти. А под конец одно лишь непреодолимое восхищение тем, что можно быть одному и в полном ладу с самим собой. Интересно, я за нас схватился. Да. А все, что ли, не светится больше ничего? Похоже. Ну, по крайней мере, я не вижу. Сезон работает. Тут, возможно, если побродить, еще можно что-то где-то найти, конечно. Может, потом откроется. Вот, допустим, за холмик, если... Попробуй, полетай, посмотри. О, мы можем теперь нормально летать? Да, можно. До этого не давали. Причем ты, когда подлетаешь, летишь именно на той высоте, а чтобы спуститься, нужно просто становиться тебе... О, я вижу. Вот, я там тоже вижу. А еще я наверху вижу что-то. Погоди, пока там. Не активируй. И вон там меня. Вижу, и две вижу. О, что я нашел? Шляпу. Почему-то я к ней подойти, правда, не могу. Это явно к чему-то отсылочка, которую мы не знаем. Может, рано я сюда? Нас же не направляли. В прошлый раз нам прям показали, идите вон туда. Да не, я не думаю, что тут есть что-то, что рано. Тут, видимо, сезон построен так, что мы можем полетать вот по территории, посмотреть различные истории. Я тебя жду. Лечу. Правая кнопочка тут не работает. Я долечу и упаду. Там он еще тоже, да, видел? Угу, да, видел. Готов. Жму. Дитя-невидимка. Однажды Муми-папа ушел из дома, никому ничего не объяснив. Никто не знал, когда он отправился в путь. Муми-папа никогда не чувствовал себя таким спокойным. А только сидел... Странно как-то. А только сидеть и вглядываться в горизонт. И слышать, как под лодкой плещутся волны. Странный перевод. Это прекрасно, когда не нужно ничего говорить и объяснять. Ни самому себе, ни другим. Это прекрасно.
Странно, как-то я прям сломалась. А «Ушедший муми-папа» — это же как раз первая книжка, наверное. А может быть, это кусочки из разных книг? Так вот, я про книги-то начал говорить. Вторая часть, ну, вторая книжка уже прям, да, хорошо читается, слушается. Там в Яндексе еще в книжках прям хорошая озвучка. А, кусочки из разных книг, понятно. Я тут. Ну, тогда все логично, тогда складывается. Нажимаем. Угу. Дитя-невидимка. Их тайна как-то связана с грозой. Гроза — то, что они ищут и чем мечтают. И о чем мечтают. Глаза такие. Что это со мной? Ведь я же не Хатифнат, а папа Мумитроль. Что мне здесь делать? Иду домой. Немедленно плыву домой. Я только хотел сказать, что это, наверное, вот эти, которые кочевой народец. Ага. Правда, я их себе немножко не так представлял. Я тоже. Прикольно. Народец, который просто постоянно куда-то от чего-то, ну да, суетится, переходит. Ручки в одном месте какие, не ручки, живут вообще. Ручки. И крылышки, получается, это их как раз там. Можно, ага, получить. Ага. Классно. Купить, да? Ага. А, интересно, куда еще можно мотануться? Хороший вопрос. А надо, наверное, к тем обратиться, кто тут уже набродился. А, туда не пускают. Может быть, куда еще заныкано? Что? Где? Сейчас найдем. Мы же еще и не летали тут. Толком. А, вон она ты. Я к тебе. Я просто в ту сторону попробовала, там стена невидимая. С бабочками они прикольно сделали так. Ну я не пойду туда, где шляпа, ты там. Угу. Уже показал. Вообще шляпа вот эта похожа на шляпу папы. Папы. Да, но почему она такая большая и там? Вон там вижу, что-то есть. А нам, кстати, я так понимаю, не подсвечивают то, что мы уже посмотрели. Да. Поэтому вот удобно. Да-да-да. Тоже вижу. А еще они цвета подкрашивают, когда, ну, предметов вокруг тебя, скажем так. То есть вот, допустим, можно цветочки посмотреть, каких цветов там. Летанка, приветик, приветик. Привет. Зелененький. Ой, что-то я заблудилась, где она была, пока по сторонам смотрела. А местность вот эта, это уже со второй книги, которая? Саш, ты помнишь, куда, где светилась? О, все, да, вижу, 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 вижу. У меня почему-то не светилась она. Странно. Она то светится, то нет. А загораживала, наверное, деревом каким-то. Возможно. Да, деревья загораживают. Жду тебя. Тут. Нажму. Мумитроль и комета.
тролль. А ты случаем не художник, Сниф? Или, может быть, пишешь стихи? Снус Мумрик. Занимаюсь всем понемножку. А вы, как я вижу, путешественники, первооткрыватели. Что же вы намерены открывать? Метроль. Все, что угодно. Звезды, например. Снус Мумрик. Звезды? Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет. Это как раз тоже из второй книжечки. Интересно, еще есть, нет? А я подумал, это Дитя Света. Обрадовался, тут бабочки летают. Это и есть Дитя Света. Ну, в каком-то смысле. Немножко не то, наверное, конечно. Так, теперь, наверное, есть смысл к ребятам обратиться. Есть еще или нет? Сейчас открыты. Просто я не вижу, чтобы еще куда-то можно было пойти. Это гора, а дальше уже все, тупик. Да, да. Можно, конечно, сделать, наверное, просто залететь наверх и посмотреть сверху. Может быть. Вот, допустим, водопад какой-то хитренький. Посмотри, что там наверху, ищи. Сейчас попробую. Я тоже пока посмотрю по сторонам. Ну, здесь мы начинали. Все. По идее. А, меня сдувает тут. А тут нет. Нет, сдувает. Башенка на пристани, по-моему, не активная была. Я подлетала туда, смотрела. Может, я недостаточно близко подлетела? Не знаю. Ну, возможно, кстати, там есть какие-то места, с которыми можно взаимодействовать. Ну, вот. Вот здесь книжка есть. Погоди пока. Не жми. Это вот у этого, у главного, да, домик их? Получается. А, да-да, вижу. Пинганул. Так, там Аризу и Дода пиликают. Это я пиликаю. Ладно. Я думал, просто, может быть, они что-то показать хотят. Может быть. А, не видно даже, да? Что я там... Не видно? Пиликаю. Не, как... Почему я иногда вижу? Не, вижу. Ты просто слабенько очень, видимо. Ну вот сейчас я нажала, ничего нет, видишь? Странно. Как-то непонятно. Так, все, я тут. Нажимаю. Это что у нас? Этот дух хочет отвести вас в какое-то особенное место в мире неба. Принестись туда с ним? Ну давай попробуем. Возможно, это нас просто вернут обратно? Да, это просто обратно нас вернули. Ура! Так, пошли обратно. Я не досмотрела просто. Нет, подождите. Мы не закончили. Я, главное, такой накрасился, там это, в мумидол, а мы тут бабочками. От чего ты опять светишься? Ну вот, вот это неудобно. Ну да. Ну да, светится. Интересно, забавно. Это то же самое будет? То же самое, я думаю. Давайте я проверю. Проверь. В крайнем случае, я там у себя потом посмотрю. А то, может, они новые отрывки. Ну, Дитя-невидимка. Странно, что у них у всех название Дитя-невидимка. Это, возможно, все-таки из одной книжки? Возможно, некорректный перевод, Саш. Либо, да. Да, название книги, наверное, Саш. Потому что вот про Мумитроля и комету, это как бы это вторая книжечка. Нет, это, я думаю, про название книги. То есть это отрывки из одной книжки. Вот. Да, да. Ну, тут про игрушку все. А? Мы это читали. Ладно. Я тут ничего не вижу. А перевод, конечно, немножко кривоват. Кривоват, да. Ну, ты знаешь, спасибо и за такой перевод. Спасибо. Все-таки. Хотя, учитывая, что здесь текста не очень много, могли бы и по... как-то
внимательнее отредачить. Согласна. О, как? Внутри дерева, да? Да я внутри дерева залез. С лестницей. Тут ничего интересного вроде. Так, ну что? Я еще хотел вот посмотреть. На пристань? На пристань, да. Ну давай. А так территория небольшая. Я заблудился. Где у нас пристань-то? Вон там, ага. О, в Sky все... Локации не очень большие. Хотя, нет, пожалуй, вру. Не то чтобы не очень большие. Ну, да, классно. Я тоже хочу сказать, что прикольно сделали, что вот они подсвечивают бабочкой вещи какие-то. Прям вот классно. Вот, допустим. Деревья зеленые, прям вот. Они хитро решили использовать этот момент. Башенку проверил? Нет, еще. Ну, я думаю, там ничего нет. Я тоже думаю. Я обратно к домику. Ну, насколько я понимаю, у нас больше тут ничего нет, да? Чатик мне вроде ничего нигде не писал. Единственное, что если там в Мамбле ребята что-нибудь писали, я там не вижу. А чего яблоки не окрашиваются? Не ха! Халтура! О, вот эти окрашиваются, а те нет. Как-то частично. Не пойму. Ну ладно. Получается, мы сейчас портаемся обратно через книжечку. Да. И идем там на какой-то островок. У нас тоже портал открылся. Вот туда можно еще сходить, посмотреть, что там. Бу. Какой островок? Там что же там, да, вот там вот что-то открылось или нет? Ничего не открылось. Показывали. Нет, ничего. Показывали там что-то, я видел. Ну ладно, ждем тебя. Вот здесь Хорошо. Вот что-то показывали. Вот, смотри, можно что-то нажать. А здесь... А, не пускают. То есть здесь тоже открывается по чуть-чуть. Так что давай. Вот так. А, туда? Да. Нажала. Забавное сочетание вот этих черно-белых с цветными. Угу. Кто-то цветной, все вокруг черно-белое, то все черно-белое, то вот сейчас вот мы черно-белые, все цветное. Бабочки, бабочки. Какая-то страшная история. Мрачная. А. Теперь мы Стоп. Я тоже за него двигаюсь, а все ага, остальные огоньки. А я думал, что я светлячок, а вот они. Вон оно как. Ха. Из активного пока только дверь вижу. Ага, обратно не пускают. Летать не можем. У меня дверь сломалась. А, нет. Надо толкнуть ее. Так, налево-направо. Направо тут тупик вроде. Направо тупик, но надо посмотреть, там окошко какое-то покосившееся, понял? Фейковое.
фикция. Фуфло. Ну, еще что-нибудь придумай. Так, лабиринт. Налево или направо? Сначала налево, там я не вижу конца. А справа, точнее, наоборот, слева я вижу конец, справа не вижу. Но вроде тут ничего нет. Угу. Тупик там, да? Да, можно не ходить. А, летать мы не умеем. Опять. Так, мы вернулись обратно. Почему обратно? Я не знаю. Это ты куда-то не туда ушла. Почему? Повернул не туда. Как я могла не туда? Или ты дверь вот эту открыл и попал обратно? Нет, она у меня открыта. Вот я. Значит, ты не туда ушла, ты обратно ушла. Как я так вообще смогла? Как заблудиться в трех коридорах, Наташа? Подержите мое пиво. Ну вот я сюда подошла, а, я вот тут вот повернула. Ну да, не туда. Это я могу, да. Топографический кретинизм. Открыла. Ага. Мы вернулись обратно. Ха. Так у нас коллективный тогда кретинизм. Игрой задуманный. Mm-hmm. Нафига я возвращалась? Я была бы первее вас там. И что? И все. Это какой-то отрывок из книжки, видимо, тоже. Чей-то ночной кошмар. Который нам, к сожалению, не особо понять. Чей-то ночной кошмар, да? История мрачненькая, да.